Большая разница в Одессе, 2013-й. Телеканал ТНТ Comedy Battle, 2014-й. 2018-й. Все, кроме обычного, канал ТВ-3. И, наконец, Российская магическая конвенция, гала-шоу. Что может быть интереснее? Между съемками и работой в театре этот артист и его бессмертный партнер, это его супруга, они ведут активную гастрольную деятельность и всегда очень востребованы. Но все-таки, мне кажется, я даже не видел телешоу, успели они к нам или нет. У них сегодня, мне кажется, тоже было выступление. Мне кажется, он здесь сейчас появится. Ну, давайте посмотрим. Алексей Корзан! И да, публика, всем привет! Что это за объявление такое было? Как будто я в филармонии выступаю. Все регалии ведущие мои перечислил. Друзья мои, лучше один раз увидеть, чем... Лучше один раз живую увидеть то, что сейчас будет происходить. Это красный мешок. Там нет никакого трюка. Я покажу свой фирменный трюк. Возможно, я кого-то шокирую, мадам. Особенно вас. У вас есть мобильный телефон? Вот я и говорю, вы будете шокированы. Есть девушки в зале, у которых есть... Слушай, красотка, у тебя классный телефон. Хочешь мой фирменный трюк? Давай. Это любимый трюк Ким Чен Ына. Я так решил. Передайте этот телефон, как тебя зовут, детка. Леночка. Я когда еще лекцию тебе читал, ты мне уже раздражала, поэтому этот трюк посвящается тебе. Что сейчас будет происходить? Сломал? Трюк по-английски. У нас же есть иностранный гость, поэтому по-английски я назвал этот трюк. Double penetration of the phone in the bells. Ну я вижу, все нормально. Переведу. Двойное проникновение мобильного телефона в воздушный шар. Я в твоих глазах реально помещу этот мобильный телефон в воздушный шар, без дураков. Понимаешь, что настоящее, если тебе повезет. Итак, но мне нужна ваша энергия, дайте аплодисменты! Балкон вообще, я не пойму, кто это. Потому что они в клетчатых рубашках. Итак, маэстро, Илья, мы работаем с тобой в паре. Поехали! Разорвем этот зал, Леночка, особенно тебя. Эпический трюк!
project. It was amazing, but nothing Фокусник из Рок-Орла Алексей Назар.